Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Махмутлар. Нашел очень хорошую трехкомнатную квартиру 2+1. А здесь открытый большой бассейн. Зона барбекю. Детская игровая площадка. Ухоженный просторный сад. Вид на горы, на крепость Алании, на море и на соседнее здание. Расстояние отсюда до моря 1250 метров максимум. Огромный балкон. Высокий этаж. Можно застеклить, будет вам еще одна комната. Восточно-южная сторона. Это Каркаджак. Сильный ветер тоже сегодня. Продается с мебелью то, что вы видите. Гостиная комната, совмещенная с кухней. Дерево, вытяжка, духовка и плита у нас фирмы Кумта. Полностью отремонтируется квартира. Все с доводчиками. Здесь у нас большая прихожая. Тут кладовка. Здесь у нас первая спальня со своим санузлом. Как минимум здесь 14 квадратных метров. Здесь вот санузел. Красиво, пока идет ремонт. Здесь у нас второй балкон. Эта сторона уже восточная. Вот такой полукруглый балкон. С видом на горы. У нас открытая парковка снаружи. Можно также припарковаться в этой стороне. Вход оттуда. Вот фасад здания. Проект где-то 13 лет. Тут асфальт вниз. Идем, также дорога есть отсюда. Здесь у нас главный санузел. Он просторный тоже. Забыл взять стабилизатор. Так, и вот у нас вторая спальня. Тут тоже где-то 12 квадратных метров. Также выход на балкон. Хорошенькая квартирка. Есть один лифт. Сейчас я вам покажу. Опа. Дорогие зрители, айдат здесь 250 лир, это крайнее, наверное, сейчас 200, но будет 250. Цена квартиры 87 500 евро. Расстояние до моря 1250 метров максимум. Отсюда есть все направления в Нижний Махмутлар, это немножко Верхний Махмутлар, да, так как выше 1000 метров, я считаю, что это уже Верхний Махмутлар. Все, я сейчас покажу улицу снаружи, все, весь фасад. Если что, звоните по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. Найдем любую недвижимость, которую вы ищете. И так как у меня мало времени, я не успеваю снимать ролики. Приезжайте в Аланию с деньгами, и я вам покажу то, что есть на данный момент на рынке. Квартиры быстро расходятся.
Цены взвинтили хозяева. Каждый день приходит новая информация, приходит ищет, находим клиент, квартиру. И хозяин говорит, нет, я цену поднял. Из-за этого сейчас непонятка на рынке. Так что заранее звоните. Сейчас поверну-ка. Так, на этаже у нас 4 квартиры. Тут лифт с панорамным видом. Вместимость 3 человек. Спускаемся на нижний этаж. 10-этажный. Вот как красиво. Кого интересует недвижимость в Турции, а именно желаете купить квартиру в Алании, обращайтесь. У нас самые оптимальные цены на этом рынке. Итак, я вышел с подъезда. У нас здесь пандус, оттуда спускаетесь вниз и идете к бассейну. Там детская игровая площадка, беседка, зона барбекю. Кажется, здесь еще фитнес есть. Я ее пока не увидел. Ну, подробную информацию я плю вам в WhatsApp фотографии. Так. Все, дорогие зрители, жду вашего звонка. Всем пока-пока.